Томас, посмотри, это то, что нам нужно. Ты с ума сошла? Мы же все обсудили. С тобой невозможно общаться, Кайли. Ты меня совершенно не слушаешь. Что? Да ты просто зануда. Я лучше знаю, как нужно. Ну все, с меня хватит. Это последняя капля. О, это же детский дом. Томас, взгляни на эту милую девочку. Что? Ты серьезно? Ну, пожалуйста, я очень тебя прошу. Мне ее так жалко. Хорошо, я согласен. Правда? Конечно. Думаю, это отличная идея. Добрый день. Мы бы хотели удочерить ребенка. Сандру, это просто замечательно. Сейчас все сделаем. Ну вот, документы готовы, можно подписывать. Так быстро, просто прекрасно. Как здорово, Сандра вытащила свой счастливый билетик. Вы правда берете меня к себе? Я не могу поверить. Даже не сомневайся, у тебя будет все, что захочешь. Для начала можешь переодеться. Вот, выбери что-то из этого. Ого, сколько одежды, глазам не верю. Упс. Осторожно, Сандра. Ого, да здесь целая Нарния. Пойдем, пора что-нибудь примерить. Сюда, милая. Выбирай все, что захочешь. Может быть, это? Нет, это слишком скучно. Поищем что-то более интересное. Вот, как тебе такой вариант? Мне нравится. Можно примерить. Конечно. И вот это тоже захвати. А вот и я. Кажется, это слишком велико. Только взгляни, на кого я похожа. Нет, это уже слишком. Чересчур мило. Ну как, Кайли? Осторожно, не упади. Ничего, у меня все под контролем. Вау, классно выглядишь. Ты правда так думаешь? Конечно, красотки. Только посмотри на нас. Пойдем, Сандра, у нас еще много дел. А как насчет украшений? Тебе нравится? Не то слово. Вау, колье! Оно просто потрясающее. Ауч! Мои волосы! Терпи, красота требует жертв. Нет, пожалуйста, не надо. Ладно, пойдем другим путем. Алло, нам срочно нужен стилист. Чем дороже, тем лучше. И побыстрее. А вот и я. Отлично, а это аванс. Можете приступать. Без проблем, все будет в лучшем виде. Ну вот, другое дело. Тебе нравится? Осталось сделать легкий макияж. Вуаля, выглядишь просто супер. Ну как? Мне кажется, ей очень идет. Прекрасно. Ваши деньги. Сандра, ты прелесть. Селфи на память. Пойдем, пора показать тебе новый дом. Так, а что у нас здесь? Ванная. Вау, здесь столько всего классного. Надеюсь, Кайли не будет против. Смотрите, я бьюти-штучка. Какая удобная ванна. Класс! Чувствую себя настоящей принцессой. Буль-буль, как же здесь здорово. Аллоу, доставка обедов в ванные комнаты. Привезите мне ванну икры. Кстати, самое время подкрепиться. Сейчас Томас приготовит вкуснейший обед. Сандра, подержи это. Конечно, папа. Ммм, какая вкуснятина. Объедение. Пальчики оближешь. Еще немного, Сандра, будет очень вкусно. Не торопись, папа. Ого, а чем это так вкусно пахнет? Картошка настоящая. Секунду, дочка, я кое-что забыл. Еда. Ну, конечно, теперь это все мое. Ммм, как же это вкусно. С ума сойти, я больше не могу. О, кажется, она заснула. Хм, кто-то явно проголодался. Да, такого я еще не видел. Отлично, осталось подписать пару бумаг. Можно нам кофе, пожалуйста? Угощайтесь, коллеги, у нас еще много работы. Ммм, очень вкусный кофе. Вот, ознакомьтесь, а я пока схожу за договором. Кайли, ты не поможешь? О, конечно, мы скоро. Вау, это что, совещание? А ну, встать! Я же пошутила, уже можно садиться. Ну что, может, поиграем? Она серьезно? Странная девочка.
Давайте же устроим чаепитие. Не стесняйтесь, угощайтесь. Не бойтесь, все пьют чай. Конечно, Сандра, как скажешь. Тетенька, я тоже хочу пить. О, нет, наш договор. Ну, что с ним теперь делать? Не переживай, это все пустяки. Давайте водить хоровод. Время веселиться. Все за мной. Сандра, ты развлекаешь гостей? Эй! Какая молодец. Думаю, нам стоит присоединиться. А вот и все бумаги. Самое время подписать договор. Мой Мишка, ты самый любимый. Никогда тебя не брошу. Давай помаши маме. Привет, Сандра. А чем это ты занимаешься? Смотри, я нашла кое-что интересное. Здорово, правда, Мишка? А что это у тебя? Старый медведь? Пора его выкинуть. Мама, ты что? Это моя любимая игрушка. Перестань, пойдем. Мы хотим тебе кое-что показать. Думаем, тебе понравится. Заходи. Вы серьезно? И это все мое? Она отлично проведет время. С ума сойти. Личная игровая комната? Yes. Как здорово. Я словно в сказку попала. Нет слов, это просто улет. Так высоко. Я должна это попробовать. Вот это впечатление! Кажется, это лучший день в моей жизни. Ого, как же здесь страшно! Но так здорово! Мамочки, безумно высоко! Без паники, я смогу! Ну уже, Сандра, осталось совсем немного. О, да, я это сделала! С ума сойти, невероятно! Ура, я самая счастливая! Это восторг, просто мечта! Это моя комната! Моя игровая комната! Упс, а как отсюда выйти? Неужели я заблудилась? Да, все так хорошо начиналось. Здесь точно нет. Ума не приложу, где ее искать. Ау, Сандра! И куда она могла подеваться? Откуда музыка? Ну, конечно, вот же она, дочка. Мы так переживали. Милая, у меня есть отличная идея. Хочешь покататься на самокате? Серьезно? Ну, конечно! Класс! Спасибо, папочка! Главное, держи равновесие. Вау! Это так здорово! Ого! Сандра, а ты хочешь покататься? Ага. Не то слово. Тогда скорее за мной. Садись. Папа, ты серьезно? Не забудь пристегнуться. Готова? Конечно! Эту штуку нужно открутить... Все верно. Здесь нет ничего сложного. Удачи, Сандра. Если что, я рядом. Вау, как здорово. О, нет. А как ее остановить? Только не это. Молодец, Сандра. Так держать. А что происходит? Скорее спасай нашу дочь. Делай же что-нибудь. У папочки все под контролем. Главное, вовремя нажать на кнопку. О, я жива. Выпустите меня отсюда. Папочка, а ты очень занят. Ты что-то хотела? Можно мне совсем немного сладкого? Конечно, какие вопросы? Алло, это доставка? Нам кучу сладостей срочно. Е-ей! Ура, папочка, ты просто чудо. Ничего себе, никогда такого не пробовала. Это нечто. Нет слов, это безумно вкусно. Хочешь попробовать? Кажется, я больше не могу. Упс, мой живот, папа, помоги мне. Больно, очень больно. Что с тобой, Сандра? Потерпи, я вызову врача. Скорее, нам нужна помощь. Девочка объелась сладким. Сделайте же что-нибудь. Что она ела? Вот, хотите попробовать? Благодарю, не переживайте, сейчас все исправим. Не дыши, посмотрим, что у нас здесь. Ну вот, все готово. Можешь выпить воды. О, кажется, полегчало. Мы вам так благодарны. Вот, это вам большое спасибо. Не стоит, это просто моя работа. Больше никогда не буду есть сладкое. Можешь убрать это все. Поздравляем, дочка, ты стала такой большой. Это все только для тебя. Держи подарки. О, нет, Сандра. Ай-яй-яй, ну как так можно? Простите, я не хотела. Вы меня накажете. Перестань, мы же просто пошутили. Главный подарок еще впереди. Ну что, ты готова? Закрывай глаза и не подглядывай.
Отлично, Сандра будет в восторге. Ставьте его сюда. Ну вот и все, дочка. Уже можно смотреть. Эй, куда же вы? А, ладно. Главное, у нас есть подарок. Сандра, взгляни, ну же, не бойся. Ого, он такой большой. Вау, ничего себе, огромная кукла Барби. Ну как, тебе нравится? Не то слово, она словно живая. Я о таком и не мечтала. Супер, здесь все двигается. А волосы? Вы посмотрите на эти волосы. Я не верю, это просто сон. Как мило, мы рады, что тебе понравилось. Спасибо, родители, вы самые лучшие. С ума сойти, как здесь жарко. О нет, о таком холоде мы не договаривались. Держи, дочка. Спасибо, мама, идем, я тебя согрею. Как здесь красиво. Тебе нравится? Не то слово. Здорово, что мы так много путешествуем. Это точно. Столько впечатлений. Кажется, чего-то не хватает. Томас, где Сандра? Кошмар, мы потеряли ребенка. Что ты стоишь? Мама, папа, где вы? Мне страшно. Сандра, ты здесь. Мы так испугались. Как здорово, что ты нашлась. Понравились наши скетчи про девочку Сандру и ее новую семью? Хотели бы вы побывать на ее месте? Ждем ответ в комментариях. Ставь лайк, подписывайся на наш канал и жми на колокольчик. Не пропусти новые видео про богатые и бедные семьи на канале Трум-Трум. Вау!